Ты видела, сколько машин стоит на стоянке? Да. Что это? Такого... Я с коляской. Летячей. Я сюда погружу. Все, что хочу. А нам ничего такого не надо. Машин очень много. Представляете, сколько идет, воображает. Опять попой виляет. Будем культурными. Обычно несколько машин стоит, а это потому что, наверное, суббота. И что мы идем в Пенни? Я насобирала такие, как их называют? Пункты. Наклеили их. Теперь идем купить кое-что. Сейчас вам покажем, что. Тут есть помидоры, опять же. €69. Огурчики. €11. Ничего не изменилось. А потом авокадо по 1 евро. Сок по €49. Ну и идем дальше. О, смотрите, еще такой мы никогда не видели. Может, возьмем? Вылез. Можно взять. Да? Да. На Новый год? Да. И опять все вперед и вперед идет. Видишь, каждый день одно и то же. Каждый день ты лазишь по магазинам. Каждый божий день. Уже тележка маленькая, тачанка, уже взяла детскую коляску. На двух колесах уже тяжело. На четырех. Правильно. Пошли. Они не понимают, они турчанки. Они тут все русские. Нет. Я ничего не пойму, почему у них груша растет, они ее не срывают. Им не надо. Юле легко. У Юли в тачке, видите, внизу вон, что лежит. Вон. Смотрите. Смотрите, что она себе купила. Пивасик. Пиво купили. Я себе. Грибы такие купили. Упаковку. Голубую взяли. Знаете, на... Этот. На диван застелить. На диван так застелать. Оно хорошо, с резинками, оно большое. У нас есть, мы покупали в секонд-хенде новый. Но он маленький размер, посмотрели, как будто... Хотя написано 1,80 м на 2 был. Да. А не налазит. Новый, нулячий был в упаковке. Юля говорит, что я не могу натянуть, что Юля натянет. Надо, кстати, Юле дать, чтобы Юля натянула. Себе заберу на одну половинку натягивать. Ой, оса. Осы преследуют нас. Опять на меня. Вот погода классная. Видишь, говорят, солнышко. В Европе люди не смотрят, в чем хочешь ходить. А что на меня постоянно смотрят? В центр ты смотрят, сейчас едут, смотрят. Они постоянно любуются меня... тобой. Любуются. Но они говорят, чем хочешь, люди в центр. Нет, неправда, это миф. Все, это я точно. Я же на себе чувствую, постоянно не так на ты меня. Хочешь сказать, что я не на тебя? Я сижу на остановке, машина едет, все водители на меня смотрят. Большой на холоде. Все утеплились, кроме меня. Алиса, кстати, тоже холодная. Ну, здрасте, я в платье с длинным рукавом. Оно хэбэшное, но оно с длинным рукавом. Он все равно. Крылышки. Ладно, пошли. Кофту нашла, вот эта кофта, она старая, она как хэбэ такая. Вы представляете, мы на прошлых выходных были в гостях. Нам там подавали пирог закусочный. И не сказали нам рецепт. Я говорю, скажи рецепт. Она говорит, нет. Юля сказала, у нее есть свой рецепт такого же. Она сделает такой же. Посмотрим. Вот сейчас мне Юля скажет, как я и сделаю. Подходит этот пирог? Такой или нет? Представляете? Рит, секреты делятся. На нас будут смотреть. Как они смотрят? Что нам жалко? Смотрите на нас. Смотрите на дам представительных. Я не думала, что она такая жадная на рецепты. Правильно. Она не блогер, ничего. То есть говорит, нет, это мой фирменный, приходите ко мне, буду вас угощать. Я говорю, дай рецепт. Ну, мы нет. Сделаем точно такой и не хуже. Посмотрим. Я думаю, что мы этот секрет рассекретили, чьи, как его? Рассекретили. Рецепт рассекретили. Мы с вами не дураки, не лыком шиты. Посмотрим. Не сначала. Пальцем деланные. Сейчас я его сделаю так, ну, без камеры. А потом, если получится вот вкусно, сделаем на камеру.
Я еще хотела ему сосиски взять. Но потом, короче, если получится, так тот вкус, который вкусный, хороший, значит, будет такой рецепт. Будет вам, короче, показываться. Вкуснятина. Посмотрим. Мы сейчас сосиски хотели, но потом отказались. Угу. Ну, от пива не отказались. Видите, я Юля, она говорит, печенька взяла овсяная. Потом говорит, нет, я сахар не буду поднимать. И Юлечка, пиво тоже сахар поднимает. Не надо. Промолчала. Я хотела печенька, а потом думаю, не надо. А пиво можно сегодня? А что сегодня? Я не пойму. Сегодня чего суббота, вот выходной. Я не пойму, ты воздухом дыши. Вообще я сегодня собиралась убирать. Каждую неделю надо убирать генерально. Ну как вот это, отставлять стол, мыть. Ну, наверное, завтра воскресенье сделаем. Угу. Поменяем постель волчонку. Такой. Я себе поменяла, я себе положила стирать, чтобы стирала. Я тебе наволочку сняла, стираю. Ну, спасибо. Ну, в общем, вот такой вот мы купили, я думаю, что будет нормально, этот подойдет. И так мы его, этот самый, пощупали. Посмотрели, пощупали я его. Написано цена 13,99, а выбили... Нет, 12,99. 12,99. Мы думали 13 евро, а на самом деле 15. 14,99. 14,99, то есть, соответственно, цена. Отойди чуть-чуть. Ну не переживай, не все заворачивай. А, не заворачивай. Так, ладно, пойдем. Ладно. Потихоньку. Пошли. Ты показывала уже, как ты листья поставила? Нет еще. Сейчас покажем. Так, так хорошо смотрятся. Прям... Сейчас я цветы достану, тебе подходят они или нет, и что потом их в подвал. Прям не пожалели, что купили. Такие хорошие. Сразу в квартире так стало хорошо, так по-другому. Чуть-чуть интерьер. А то все. И эти шапки вот эти вот, которые были для футбола. Вот, потом что там еще с дверей повесили, и теперь повесила ёжика повесили, ну надо теперь что-то приделать на крючок. Ну вот так вот, когда что-то меняешь по чуть-чуть, там чуть-чуть, сразу другой, как в другой квартире, другой интерьер. Спрашивают, сколько у нас гардин? А что-то думала, что у нас 4 разные, ну поняли, да, 4 разных, а у нас всего 3. У нас желтые, цветные, потом... Зеленые у нас на кухне. Потом вот эти двойные зимние. Да. Мне кажется, еще розовые есть. Не, мне, по-моему, мы розовые сдали. У нас мы одну Лялечку, которая этот самый порвала, мы ее оставили себе. У тебя в комнате это. Да, вот мы ее себе оставили. Ну, она как, она затянула так. Не будешь же ты сдавать уже, ну, как брак. И мы ее оставили, я себе в комнату повесила, мы ее сдали. По-моему, так. Ну, в общем, надо... Мне кажется, они были тогда такие дешевые, что, мне кажется, мы розовые не сдали. Мне кажется, розовые есть. Они были очень дешевые. Да, но если розовые... Видите, что значит краски, маски? Юля вчера была покрашена, окрашенная красавица была. Ну, а сейчас сегодня уже плохо. Нет. Сегодня уже нет. Что нет? Сегодня уже не то. Пошли, нет. Не тот выгляд. Не надо. Не тот интерьер. Осень, да? Ну, красивые, прям как настоящие. В Теге не такие были. В Теге вообще были страшные. Да. А эти прям такие классные, прям вот красивые. Не знаю, мне так очень, мне понравились. Сразу видите, другой интерьер. И вот такие еще у меня есть же осенние эти. Это было, как они называются? Цветы. Я думаю, может, мне их сюда... А сколько штук? Тут у нас 5. Таким бы, знаешь, желтым бы, ярким, желтым или чем. Подходят они? Не знаю, ты сделай их композицию, а потом будем видеть. Так, ну давайте еще сделаем. Сейчас. Посмотрим, может еще не надо, может надо. Хочется. Такие прям симпатичные. Такие листья. Осень. Надо, чтобы что-то... Не, ну мы все равно гардины пока не будем менять. Да, у нас... Хотя желтенькие, знаете, они придали бы более такое настроение интересное. Не, подходит, все хорошо. Подходит? Да, отлично. Так, куда еще тут? Как, где у нас перед будет? Вот куда ты суешь, там перед. Да. Ну-ка, разверни его. Так, да, да, о, отлично, вот так не трогай вообще, он класс. Угу. Хорошо? Да.
И ваза. А эту вазу мы нашли. Ну, туда. А что раз она подходит сюда? И под новогодний тоже стередумана. Классно. Все, букет да, вообще. Тебе. Больше ничего не надо. Нет, да? Угу, ни рябину, ни калину, ничего. Дополнено. Знаете, как хорошо. Да, такой осенний как раз этот натюрморт. Не, натюрморт это неправильно. Натюрморт это картина. Это композиция. Да. Ну, это такая. Очень хорошая. А мама наша говорила, никогда не покупала цветы искусственные. Да, никогда, не знаю, что, никогда не брала искусственные цветы. Только живые, никогда искусственные не брала. А мне нравятся вот эти искусственные цветы. Тем более, это как ткань. Угу. А потом купила, помните, модные были такие огромные подсолнухи. И вот у нас единственные, которые были, такие подсолнухи, у нас три, да, по-моему, было? Да. Три, у нас ваза хрустальная. Это, кстати, те цветочки, что я вставила туда, угу, в иконку, это отсюда. Я потом их отсюда заберу сюда, там они повылазили, так смотрю, нормально. Розочки надо купить. А? Розочки надо купить. Купить. Лариса вчера такую раму красивую нашла. Угу. Вот. А у меня же еще иконки есть, я хочу еще иконки положить. За 6 евро. Да, и такая красивая, вот я хочу ее. А в Экшене, конечно, там 2-3 евро. Там дороже в Тайне. Да. Ну, ничего. Да-да-да, для один раз одно дело. В общем, все. Обновили. А, сумку сейчас покажем еще. А, сейчас. Сейчас. Угу. Так, это я вам уже показала. Голубой. Голубой, голубой, начинай со мной дружить. 15 евро можно взять. Не дешево, не дешево. Да. Так, и вот эта сумка, что собираешь вот эти пункты, поняли? Я покажу. 75 пунктов. Ой! Смотри, нажать, а то я думаю, можно начинать нажать. Мне, честно говоря, это качество не очень понравилось. 10 евро платишь. Она, значит, здесь сюда еще через плечо. Есть ли? А, еще двойной замок. Двойной. Вот такой. Угу. Поняли? Здесь. Ну так для поездки, например, обычный. Или в бассейн идти, я считаю, вообще нормально. Здесь карман. Даже для поездки куда. Ну, хоть мы едем, но все равно, мало ли. Ну, если туда не на дальнюю поездку, здесь карман. Ну, что не на дальнюю? И вот так. И трим-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 трим. Это у тебя радикюль этот, стачечка, а это у тебя радикюль такой. И там еще так пристегивается где-то там. Да, и тут еще вон эти. Так. И так. Нормально, у меня такие тапки фирмы. Да. Нормально. Такое я не знаю, зачем она так, чтобы меньше казалось. Так мне не нравится. За десятку, нормально. Люди собирают эти пункты. Она мне говорит, все, уже на следующей неделе все, больше не будет. Говорим, акция закончена. А мы одну только собрали. Мы одну собрали. И одну вот эту сумку, там рюкзаки были, все разные. Мы думаем, хотели, думаем, рюкзак, а потом думаем, ну куда, женщина с рюкзаком. Юля даже померила. Я померила, как он придурок. Знаете, как это? Царевна лягушка, махну одной рукой. Юля как махнет, а там бабушка. Мама, ты говоришь, ты так толстый. И еще рюкзак. Ты можете себе представить? Это вообще, да как я. Да вот ты женщину зацепила продавца. А, даже женщина. Я сказала, что бегал, начну грубо. Извините. И вот я на них. Я вообще удивляюсь, когда. Ну ладно, там девочки там. Знаете, худенькие с рюкзаками, молоденькие. Ну, когда баба уже взрослая, 50 лет. Ну, а может быть, это удобно, мы просто не носим. Может быть, и удобно, но оно некрасиво. Да. Оно такое вот, это особенно, когда, знаете, еще полноватая женщина, то вообще, я говорю, померила, как придурок.
Я в Дымерке видела девочку. Помнишь, может, ты тоже видела? Вязаные рюкзаки у нее такие огромные, да, за спиной. Видела. Она сама на рюкзаке. Я тоже видела в Дымерке, в Броварах. Такая девушка, она часто сюда в Броварах ходила, в сельпо. Такая полная, такой маленький рюкзак. А, маленький рюкзак. Тоже вот это вот. Но она молоденькая. Да, молоденькая девочка. Но она неужели, вот мама ей не может подсказать, что дочь, ну это некрасиво, это нехорошо. Оно, во-первых, можете себе представить, полный человек, девушка. А молоденькая девочка, но все равно, хоть хочется, не хочется, что-то надо. И вот этот рюкзачок, боже мой. Надо кушать. Стригут. Нормально, не трогай. Так, ладно. Красота ну, страшная видно. Сила. Красота действительно страшная сила. Страшно. Просто, я не знаю. Страшна. Так, ладно, пиво я вам показывать не буду. Буду пить без вас, да? Что вам показывать пиво? Вы и так знаете, как бутылку открыть без меня. Это я вам такое нужная вещь. А улыбается про пиво, когда говорит, так, да? Так вспоминаю о спиртном. Сразу я сразу так думаю. А вы говорите, на еду она улыбается. Она на пиво улыбается. Пиво. Вкусное здесь пиво. Я говорю, хлеб и пиво. Все. Наша сила. Так, ладно. Все. Буду я лепить. Сложу. Хотела без бюстгальтера, без... Ну, и в кофте была. В кофте. Так, в общем, так. Так, ладно. Давай. Завтра куда? А людей много. Сегодня. Очень много. Людей очень много. И сейчас прям столько людей. И этот, сладости берут, печеньки там всякие. Там. Хотя акции нету. Ну скажи, да. Прям так берут, и это тут печенье брали. Хотели мы еще силиконовую форму купить, но я Юля говорю, не надо. Хорошая так вроде бы, знаете, для как на хлеб такая выпечка. За 5 евро. Я знаю фирмы хорошую. Иногда тоже бывает. Сейчас просто не было. В общем, купим в следующий раз. И так могу потратить денег. Харе на пиво. Пиво лучше, чем в фармацевтике.